Итак, всем привет, с вами Виктор Бугатти, и сегодня у меня новое видео. И я расскажу вам, как же на халяву угнать танчик, пофаниться, еще и можно бабла заработать. Ну, можно еще вертолет угнать, но я танчик. Вертолет и так легко угнать. Так, запускаем миссию «Бойня в трейлер-парке», именно ее. Идем. Вот как раз пекари. Она нам подходит лучше всего. Она здесь самая быстрая, которая может быть. Эх, блин. Нафига ты меня вытащил? Засранец. Иди кое-куда. Так-с. Берем эту тачечку. Переезжаем этого говнюка и поехали. Странно, она же обычно здесь с полосками, а здесь что-то без полосок. Кстати, она здесь очень дрифтит хорошо по этому песку. Про это уже в другом видео. Когда буду где-нибудь на ней ехать, покажу. Здесь у меня ограничено время. Хотя дрифтит много тачек. Ну, а это прикольно, мне понравилось. Она просто быстрая. Так, вертолет он нам не нужен. Вон танк. Танчик. Иди сюда. Сейчас будет прикол. Вы увидите, если вы еще не видели. С танком прикол вот такой вот. Ой, нет. Вы издеваетесь. Короче, ладно, эта тачка в другой раз. Ну, короче, если переезжаешь тачку, то она становится... лепешкой. Ну вот, мы угнали наш танчик. Ну, если вы хотите очень долго кататься на нем, вам нужен ремкомплект. Я вот, честно говоря... на один танк тратил по 5 ремок. И то, когда они у меня заканчивались, танк взрывался. Это его очень большой минус, то что он просто очень хрупкий. Его просто невозможно. Я не знаю, как я выживал иногда, когда я угонял его от копов. На нем... ну вот, видели? Видели только что на этот Кирсарж? Круто я его переехал, скажите. Видели как? Еще. Может даже успею этих гадов пошарахать. О, там может выпасть магазин от пулемета, потому что один магазин это целых 90 выстрелов, а стоит несколько он сдох. Не, ну все равно 25 настрелять не успею. Просто пофаниться, пока нет копов. Постреляться здесь. Поразносить весь этот, как он там, трейлер-парк называется, походу. Так, ну, вон еще тачечка стоит. Мы ее переехали. Итак, ну вот. Здесь, конечно, у меня... я не буду смотреть рекламу. Все равно денег много. Вот так вот делаем. И так, плюсы этого. Сейчас мы видим, у нас танк остается, значит, нам он не пропадает. Еще у нас остается деньги, ну они всегда остаются, я неправильно выразился, деньги у нас зарабатываются. И у нас еще делается, уровень повышается. И пофаниться, повеселиться. Копов нет, можно там подзаработать, там ремки всякие, если вам не хватает, аптечки, бабло и снаряды, вы можете на халяву. Так, здесь копов дают все равно. Видите, как я борюсь с автобусиком. Ой, тетечка в меня шарахалась. Автобус взорвался. Бумц. Бумц. Ну вот, дали копов. Ой, там аптечка! Там аптечка!
А нет, это бабло. Ну вот, дали еще копов. Ну, сейчас я взорвусь на этом танчике. Бумс! Ну вот, в принципе, наше видео уже и подошло к концу.